I'm sexy and I know it. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня 4 августа. Во Франции отмечают День шампанского. Но мы ведем трезвый образ жизни. Новости хороши, как и рыба, свежими. Но с некоторыми из них следует переспать. Я хочу сказать и начать, может быть, со вчерашнего судебного вердикта над мэром Ярославля Урмашовым. Ему дали 12,5 лет лишения свободы и 60 миллионов он должен заплатить за взятки. Думаю, что это очень плохой знак для Никиты Белых. Вот такие вот демократы сейчас уже получили первое судебное решение. Я считаю, честно говоря, это решение слишком строгим для этого молодого человека. Думаю, отчасти он прав, что его подставили. С другой стороны, не могу не обратить внимания на следующее. Если ты стал мэром, неважно, губернатором, то, боже тебя упаси, казаться своими руками любых денег. Я помню, когда Путин и Медведев катались где-то на горе, на лыжах, и у них не было денег, чтобы оплатить за чай. За чай не надо. Где-то на отдыхе Орландо Блум был замечен со своей бывшей женой Кэти Перри. И, о ужас, все говорят, что он был голый. Срамота! Жириновский сказал, что не исключает своего родства с Дональдом Трампом. Я твой отец. Нет. Нет. Это неправда! Конечно, а кто бы исключил своего родства не просто с кандидатом в американские президенты, да еще и миллиардером. Но я думаю, что Жириновский вряд ли рассчитывает на то, что Дональд Трамп осчастливит его после такого заявления каким-либо пентхаусом. Скорее всего, Жириновский пользуется известностью Трампа в своей избирательной кампании. И как бы его за это не оштрафовали, ведь избирательная кампания еще не началась. Берегитесь, кандидаты в депутаты, соблюдайте закон, чтобы вас не сняли и не отстранили с дистанции. Оп, одна из новостей. Бараку Обаме сегодня 55 лет. У него какой-то малый или не очень малый юбилей. Но что сказать, при Америке думаю, что Дональд Трамп прав. Обама худший президент. Американцы стали жить хуже, больше воевать и меньше тратить на медицину. Но, тем не менее, поздравим его. Барак, не шали. И хватит нам демократов в Америке. Дональд Трамп, тебя в президенты. Один из юристов ЮКОСа дал показания против Ходорковского. Кто же это такой? О, оказывается, это мой друг по Фейсбуку Дмитрий Гололобов. 60-летняя австралийка родила ребенка. Смотрите, как меняется быстро мир, как жизнь становится длиннее и активнее. И девушки, женщины и бабушки уже способны рождать детей. 63 года. Хороший рекорд. Я думаю, что многим стоит это посоветовать. Что еще сказать? Поданы петиции отстранения Медведева от должности премьера. Димон, покемон, как всегда, зажигает. Я сегодня Я думаю, что, конечно, когда люди слышат, что зарплата учителей 10-15 тысяч в регионах, это унизительная информация. Я думаю, что все наверху считают, что учителя получают гораздо больше, как и я, честно говоря, считал. Ну, а давать им совет где-то и как-то зарабатывать, я думаю, это не совсем уместно для главы правительства. Ну и напоследок пару интересных новостей. Samsung впервые по продажам обогнал Apple. Я думаю, что это хорошая новость, которая заставит в равной конкуренции всех делать еще лучшие продукты. Ну и еще, что самое интересное, всю нашу сборную по боксу допустили до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Я думаю, наши боксеры не только набьют морды конкурентам, но и надерут всем тем, кто был против того, чтобы все наши спортсмены принимали участие в Олимпиаде. Ну что, люблю, целую, до завтра! При всем при том, когда люди гуляют собаковладельцы, у них есть не только права, у них есть обязанности. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. 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 Дай мне слово, ведь я тамада, тамада.
дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дорогие друзья, каждый день к нам приезжают различные телевизионные каналы или просят прокомментировать радио те или иные ситуации, которые происходят в стране. Но только вы можете видеть нас каждый день в Фейсбуке. Не стесняйтесь, спрашивайте вопросы, на которые я вам всегда отвечу честно, так как есть, без всяких купюр и различных хитростей. Не бойтесь делиться с друзьями, со знакомыми, со всеми теми, кому это может быть интересно, а самое главное – полезно, потому что мы живем в мире, где информация – это и есть самый главный наш с вами актив.